Юбилейную дату первого полета человека в космос в нашем регионе начали отмечать еще зимой. На льду озера Велье в Рязанской области нарисовали огромный портрет Юрия Гагарина. Космонавт изображен в шлеме СССР, в котором он 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые отправился в космос. Авторы портрета – Илья Стерлюкин и Алексей Бусаров. Сначала они при помощи приборов спутниковой навигации протоптали контурные линии, а затем лопатами расчистили снег в нужных местах. На создание картины ушел день. Размер работы – 150 на 120 метров. Процесс на камеру квадрокоптера заснял фотохудожник Олег Буцкий, и видео с огромным изображением космонавта стало известным на всю страну. А сегодня, в 55-ю годовщину полета в космос, в 16-ю школу приехали ветераны космодрома Байконур, чтобы рассказать школьникам о встречах с Юрием Гагариным. Вот сейчас многие легенды ходят, что там как назначали первого космонавта. Юрий Гагарин знал, что он полетит первым. До всех этих заседаний, обсуждений и так далее, и так далее. В музее сейчас у нас, наверное, где-то около более 1500 экспонатов. Вот последний экспонат нам на той неделе принесли дети. Бабушка одна отдала газету. Вечерний выпуск газеты «Известия» от 12 апреля 1961 года. Ко дню космонавтики в этой школе всегда подходят ответственно. Нынешний год не стал исключением. 9 марта был дан старт проектам. Проектам «Космический город мечты». Ребята делали проекты, делали ракеты, различные макеты. Все эти модели, макеты, они представляют сегодня в праздник, 12 апреля. А далее у нас будет защита этих проектов. Ребята должны будут защитить, что это за город, как там живут люди, как они там общаются, на чем они передвигаются, какие у них взаимоотношения, есть ли у них войны. Было бы интересно вам, например, слетать на такой же ракете в космос? Да, мне было бы очень было интересно, я бы очень этому обрадовался. Когда бы пришел домой, я бы всем об этом рассказал. И мне бы это все очень понравилось. Прямо на днях семиклассники вернулись из Калуги с форума «Мы – дети галактики», где заняли первое место среди школьных команд исследователей космоса. И заинтересованы космосом в этой школе все, от самых маленьких до старшеклассников.